Всем привет, ребята, с вами Реверс Цег, и у нас на улице там за окошком такой ливень сейчас идет, аж на улицу выходить как-то не хочется. Это еще одни беседы о канале, вот опять же под такой законный дождик. Первое, что я хочу сказать насчет игр. Возможно, немножечко буду еще снимать и про игры. Там уже одну серию можно найти на моем канале, как его там, опять начать с Фредди 2. Возможно, еще потом буду делать их также. Пластярики пока не буду, не думаю обновлять. Коты и кошки. Ну, планирую снять одно видео по ним. По Венере и Рексу. Я это недавно снимал уже про Рекса, как я с ним там на коврике резвюсь. Или резвусь. Не знаю, как, короче, пофигу. И что еще? Что еще? Места вблизи меня. Мы попозже, когда и про них планирую сделать тоже выпуск. Не буду говорить второе место. Я его уже подобрал. Да, такой дождик. Вряд ли выйдешь. Даже Венера и Ракса тут не видно. Которые обычно ошиваются возле дома моего. Блин, там какая лужа прям делается. Вот такие небольшие беседы о канале, опять же, о плейлистах. Но ничего не планирую на канале больше делать. Так что об играх задумываюсь немного. Но, несмотря на игры, я про свою жизнь не закончу еще делать видео. Ладно, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем пока.